Вот церковь. Это церковь непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, или по-испански Iglesia de la Concepción de Santa Cruz. Сейчас пасхальная неделя, и все готовятся к Пасхе и украшают церковь. Nuestro Padre Jesús, contigo. Смотрите, какие шикарные люстры. Интересное место. Как чаша, да, сделана? Это оливковая ветвь. Это как интересно отображается на видео. Смотри на экране, как сияет. Друзья, на самом деле цвет совершенно другой. А там просто сказочно. А это сцена отречения Петра от Иисуса Христа. Петр три раза отрекся от Иисуса Христа, боясь, что его арестуют. Но после того, как пропел петух, он вспомнил слова своего учителя и горько раскаялся. Мария Магдалена. Христианская святая мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, удостоившейся явления воскрешения Иисуса.
Ры. Очень трепетно находиться в этой церкви. В эту святую для католических христиан неделю.